Мамука Мамулашвілі, командир грузинського легіону. Вітаю. Привітство. Готуючись до розмови, я подивилася безліч інтерв'ю, бо у вас їх дійсно дуже багато. Але в жодному з тих, які я бачила, українською або російською мовою, не говорять про мистецтво, і ви дуже мало про це говорите. А я знаю, що ви малюєте, і мені особисто ваші картини подобаються, тому що вони дуже яскраві і вони дуже контрастні. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає цей процес, чому ви малюєте і як це у вас виходить? В першу чергу для мене це терапія. І я успокаюю всі себе. Це почалося недавно, тобто є моменти, коли психологічно хочеться на щось переключитися. Вот. І я б сказав, я сам видумав себе таку терапію. Получається у мене або не получається рисувати. В принципі, для мене це не іскусство, а для мене це метод переключення в другой мир. І метод отримати цвіта, які мені не вистачає. Мої. Ваш. Можуть бути мої. Може бути. А це типу так? Так чи так? Так, як хочеш. Ви дуже демократичний художник. Чому? Ну, і так можна, і так. Кстати, да, одна картина була, коли ти їх поворачував, ну, це, естественно, я так рисувати не вмію. Тобто, в яку сторону би ти не повернув, вийшло другое, різне лицо. А просто це була голова дракона, типа. А чи виходить у вас за допомогою картин якось переварити досвід, який ви отримуєте на війні, і відчути себе краще? Я думаю, це от радикально другая сторона того, чим я займаюся. І це більше поход назад в дитинство, щось таке. От щось з цим зв'язане, тому що я очень давно на войне, и у меня не было тех моментов, они были пропущены просто из жизни, когда, наверное, я должен был рисовать. Вот. И для меня это какая-то обратная сторона того, чем я занимаюсь. И это сказывается и в цветах, потому что мне, наверное, не хватает чего-то яркого, потому я больше использую такие яркие цвета. Тобто ваша кольорова палітра обумовлена тим, що вам їх не вистачає в житті? І тому ви використовуєте дуже багато жовтого, дуже багато червоного, так? Да, і, кстати, да, я зараз вспомню, навіть не пам'ятаю. Я почав рисувати лаками для ногтей. Угу. Я просто знайшов багато лаків для ногтей, і вони були дуже такі яркі цвіта. А коли це було? Це где-то, мабуть, лет 4 назад, приблизно. Вот. И мне понравилось какие-то цвета выводить из них. И вот это и было начало того, что это мне помогло практически немного переключаться от основной работы и такое. Вы мне показывали щойно свои малюнки после полону, и они дуже сильно відрізняються від того, що можна побачити зараз. Я думаю, психологически в том возрасте у меня эти цвета были, наверное, подсознательно. И я рисовал карандашом, рисовал что-то такое, изображал то, что я увидел, наверное. Но вот сейчас я такое нарисовать не смогу. Тобто ви вже пережили той досвід і залишили його там, і закріпилися малюнками? Наверное, да. Это какое-то прожитое время, и позже уже, исходя из специфики моей работы, мне стало чего-то не хватать, наверное. Вот. И я как-то пытался это перенести, показать, и у меня это для себя это получается делать просто на полотне. Про що ви думаєте в процесі? Я не знаю, о чому я думаю, але я не думаю о війні. Угу. От, коли я не думаю о війні, то виходить щось інше. Тобто це дуже якийсь
підсвідомий процес, де виключається раціональність, і там просто можна бути вільним і обирати будь-які фарби, і не думати про якісь схеми, плани. Так, я навіть не питався, не то, що не питався, не збирався нікому це показувати. Для мене це було просто вождення або кістю, або пальцем. І це дає якесь удовлетворення в психологічному сенсі. Ну, просто люди, які часто ко мені ходять, вони бачили ці картини, і ніхто не мав повірити, що це я можу написати. Ну, так, бо це дуже парадоксально бачити великого серйозного військового, який малює настільки кольорові картинки. Так, вони похожі більше на дитячі, і я теж це розумію. Я ж кажу, це возврат назад. Цей стиль зазвичай називається наївним загалом. Чи ідентифікуєте ви свій стиль як наївний? Чи як ви можете це назвати? Ну, у вас є стиль. Я не знаю, є стиль. Точно є стиль. Можна назвати ли це стилем? Ну так, да, може бути, це говорить, мені не раз говорили, що я слишком наївний. Угу. Я не знаю, це мішає, мені це не мішає. Мені легше вірити людям і розчаровуватися, ніж бути закритим і не вірити. Так що я б не сказав, що це мені як-то мішало в житті. І коли ви почали отримувати фідбек про свої картини? Коли почали цікавитися люди, які професіонально цим займаються. Тобто вони это оценили. Я не могу это никак оценить. Для меня это просто игра, просто чтобы расслабиться и переместить разум. Вот. И многим это понравилось. И очень трудно было поверить, что это я сделал я. До этого я делал видео, как я рисую. Так что... Тобто вони просили показати процес, щоб точно удостоверитись, що це вималюєте? Да, то есть, когда мне сказали, что нет, это нарисовал ребенок, мне пришлось доказывать, что это сделал я. Ну, друзьям я имею в виду. Картины продаются? Нет, они не продаются, они просто для удовольствия. Я хотел их подарить, кстати, детскому дому. Угу. Ну, вот как раз это было начало полномасштабной войны, и тогда никому не нужны были картины. Вот, если честно, многие из них, они просто потеряны, потому что я рисовал какими-то сериями, вот. Я имею в виду цвета. Угу. Я рисовал 5-6 разных картин, и они были практически друг на друга похожи. Ну, для меня, во всяком случае. Вот. И потом я... Ну, это все в зависимости от настроения, я думаю. Потом менялись цвета, я использовал абсолютно другие цвета. И вот такие вот серии получалось. Несколько раз я это сделал. Ну, зазвичай у кожного художника є якісь періоди в житті, і вони відображаються у творчості. Ну, тобто у Пікассо є блакитний період, де всі картини там сині, блакитні. Тому я думаю, що це абсолютно нормально, коли проходить якийсь один час, ви починаєте думати про щось інше, і малюється вже в іншому стилі та іншими кольорами. Ви даруєте картини друзям? Да, я в основному это дарю друзьям, людям, которым это нравится. Приємно, коли люди обідають або проводять час в себе вдома, де поруч висять ваші картини поруч з ним. Ну, їм це нравится. А вам? Я б не сказав, що це какое-то особое удовлетворение приносить, но когда людям что-то нравится, что ты сделал, это уже хорошо. Это какой-то позитив. Я не думал об этом, смотрят ли они на нее или нет, но то, что им нравится, это хорошо. Это тоже своего рода терапия для людей, потому что они хотят увидеть что-то, особенно сейчас, вот такие времена, что-то очень легкое, детское. И это многим уходит просто. Як ви думаєте, арт-терапія для військових працює? Я думаю, це була б хороша ідея. Я не знаю, существує ли така так, терапія, буває. Да? Іноді художники, які служать в війську, вони самі ініціюють таку терапію, і вони вчать своїх побратимів малювати. І часто, коли хлопці проходять і дівчата реабілітацію, то вони часто мають робити щось руками, щоб розвивати мілку моторику. І вони роблять там щось, ліплять, роблять якісь мозаїки, ще щось.
Я думаю, это вполне сработало бы. Я не думал даже об этом, можно ли это использовать в масштабах для военных на реабилитации. Но вполне да. Но я думаю, не стоит их учить, как рисовать. Они сами должны самовыражаться. И когда тебя учат, что делать, это уже не ты. Меня никто ничему не учил, я просто захотел и начал просто какие-то цвета наносить. Но вполне возможно, это может использоваться, но просто надо давать цвета, чтобы люди могли, чтобы у них была свобода делать то, что они хотят, а не указывать, как это делать. Потому что ребенка этому не учат, он просто берет и красит, и рисует. Наскільки я знаю, ви не дивитесь інших художників. Ходите на выставки? Я был несколько раз на выставках друзей. И для меня это настолько сложно, что я даже не углублялся, как люди могут такие фигуры рисовать. Меня это очень сложно. Как звать этого художника? Это мой друг из Грузии, который практически сделал здесь экзибишн, как это? Выставку. Да. Я особо не интересовался, потому что и художниками такими масштабными не интересовался. Не то, что я не хотел интересоваться, я просто боялся что-то оттуда взять и скопировать. Вот. И для меня это настолько принципиально, чтобы что-то свое делать. Не имеет значения, это выглядит красиво, некрасиво. Просто для себя я хотел, чтобы это было то, что у меня в подсознании, а не то, что я где-то увидел. Хочешь или нет, смотря произведение искусства, ты запоминаешь детали. Это функция, одна из функций человеческого подсознания. И ты можешь это скопировать сам, этого не хотя. В чем вы видите красу? В цветах. Еще. В людях в частом случае. Так, ну не тільки про картини, а загалом. Типу, щоб щось красиве зробити, мені здається особисто, ну, судячи з мого досвіду, треба на щось красиве подивитися або отримати якісь приємні емоції. Я думаю, не обов'язково щось красиве бачити, щоб ці емоції у тебе появились. Я думаю, це більш внутрішнє. Вони або є, або ні. Ми генетично отримуємо інформацію, яка розвивається. И нам же никто не подсказывает, что природа – это красиво. То есть мозг это сам воспринимает, или красиво, или некрасиво. Для меня красивое в разные цвета. Я не знаю, почему мне всегда нравились очень разные яркие цвета. И это тоже какой-то дефицит чего-то яркого. И тебе приходится это выражать тем или иным способом. У вас в картинах есть что-то грузинское? Есть, кстати, да, сейчас я вспомнил. Я туда вставлял грузинские буквы. И что это значило? Просто, если вы видели грузинскую письменность, она очень красивая. Так. Вот, и ничего, мне просто нравились буквы. Я просто вставлял, даже без всякого смысла. Есть и грузинские буквы, кстати, и английские. Ты названы даешь картинам? Однажды я дал, вот там, где я буквы рисовал, но я не помню, что я туда писал этими буквами. Если вспомню, скажу. А она тут же и на? Не, я не знаю. Ну, когда вот эта полномасштабная война началась, нам пришлось перейти туда, в область. И все потерялось. А вы картины с собой забирал? Вот те три картины, которые мне самому нравились, я их с собой носил, но потом они куда-то, след меня никуда не привел. То есть, мабуть, десь є людина, у якої дома висить ваша картина. Да, картина великого художника. Але він її вкрав. Тобто, це було просто тому, що вони гарні, і тому вони там знаходяться, і в цьому не було якоїсь задньої думки. Не знаю, может какая-то ностальгия по Грузии. Она все-таки бывает. Потому что я 9 лет практически нахожусь в Украине. И бывают моменты, когда я вижу сны о Грузии.
Вот. И мне снятся, кстати, очень часто, если мне что-то приснится, это цвета, разные цвета. Не знаю, ничего такого конкретного, но я вижу просто много разных цветов. Дуже часто у людей... Калейдоскопы, типа. Дуже часто у людей сны чорно-білі, а у вас виходить тільки кольорові. Чорно-білі, если хорошо задуматься, наверное, у меня их не бывает. Угу. Что-то яркое бывает всегда. І що там показують, окрім кольорів? Много чого. Секрет. Да. Да, ну просто люди в разных цветах. Вот что-то такое, я помню. Очень трудно вообще вспомнить, когда ты спишь, просыпаешься, даже в тот момент трудно вспомнить сон. Но бывает такое, что людей видишь разных цветов. Такое. Что вы робите, когда у вас есть вільний час, окрім малювання? Это все-таки связано, наверное, с тем, что я делал с войной. Mm. Это или обучение, или что-то связанное с военным. То есть у нас профессиональный вид войск, и ребятам постоянно нужно оттачивать и принимать новый опыт. И попытаюсь в этом помочь. Как спорт впливает на світосприйняття ваше? І чим він допомагає загалом? Тому що я чітко можу сказати, що спорт з мене зробив ту людину, якою я є зараз. Uh-huh. Мене ця людина влаштовує. І мені здається, що спорт взагалі дуже багато чого важить. І це дійсно дуже важливо, тому що він впливає не тільки на фізичну форму, а й на стан голови. І мені цікаво, як на вас він повпливав або на ваших дружів, побратимів. Ну, для мене нужно було бути в хорошій фізичній формі, щоб довше прожити. І в этом помогал спорт как раз. Я з цього практично займався і грузинською боротьбою, і різними видами спорту. Нужно було держати себе в хорошій формі, щоб превосходити тих людей, з ким ми воюємо. Так що для мене це було сохранение жизни, не только своей, но и других, потому что от меня зависело много чего, и нужно было быть максимально в хорошей форме, чтобы помогать кому-то. А главное, в принципе, то, чем мы занимаемся, это понимание того, что ты приносишь какую-то пользу. Вот. И, конечно же, нужно держать себя в тонусе. А від чого ви отримуєте задоволення? Ну, как раз это то, что я делаю. Я не могу сказать, что мне нравится быть на войне или делать это, но я знаю, что это полезно, и это может сохранить другие жизни, которые практически не должны были видеть то, что они увидели. Вот обычные люди, которые столкнулись сегодня с каким-то злом. На мой взгляд, есть специфические люди, которые могут профессионально с этим справляться и могут предотвратить, чтобы другие это видели. Я чула, що в деяких інтерв'ю ви кажете, що є люди, які народжені для війни. Да. Це дійсно так? Да, є люди, які створені для війни. К сожалению, это для них самих это не очень хорошо и не очень хорошо влияет на їхню жизнь, но это влияет на жизнь других. И то осознание того, что ты можешь кого-то спасти, вот многих из ребят двигает как раз осознание того, что они могут кому-то помочь и могут повлиять на то, чтобы люди продолжали жить. Я не понимаю моментов, когда многие солдаты, приехавшие или в Киев, или куда-то, начинают жаловаться, что вот здесь люди хорошо живут, они
ходят в кафе или я не знаю. Для меня это приносит удовольствие. Потому что с моей точки зрения я делал это для того, чтобы они смогли с колясками ходить по городу или чем-то заниматься. И не думать о войне. Понимаешь, для меня это наоборот, наоборот, позитивное явление. Но некоторых. Чи бачите ви красу в тому, що життя дуже контрастне? І що сьогодні ви знаходитесь тут, де люди гуляють з колясками, а завтра ви поїдете там кудись, де набагато гірше. Але іноді здається, що ми не можемо оцінити, що добре, якщо не побачити, що насправді погано. Знаєте, не обов'язково участвувати в акті насилля, щоб зрозуміти, це плохо чи добре. Ти осознаєш те, що ти можеш принести якийсь позитив. І не треба розпространяти той негатив, який ти отримуєш. Це доза для тебе, яка виписана була для тебе свыше. Ти должен з нею справлятися. А яким чином? Не знаю, это неосознанно некоторые. Потому есть люди, созданные для войны, и люди, не созданные для войны. Они не могут приспособиться к тому, что происходит вокруг них. Я не принимал никогда наркотиков, никогда не принимал алкоголь. И мой мозг привык справляться совсем на трезвую голову. И я бы не рекомендовал военным, которые оставляют службу или у которых уже посттравматический синдром, глушить это какими-то внешними средствами, потому что рано или поздно это выплывет, и ты просто временно это подавляешь. Лучше, когда психика сама учится игнорировать тот негатив, который ты получил. Я думаю, вот люди, которые созданы для войны, как раз и этим и отличаются от людей, которые не созданы для войны. І це не плюс для тих, хто создан для війни. Так, але, на жаль, воюють всі. І ті, які, як ви кажете, створені для війни, і ті, які не створені. І тому, здається, треба буде проробити дуже велику роботу, щоб зрозуміти, як людям потім справлятися з всім, що ми... Україна к этому не готова. Україна получить огромне количество людей, які не готові справлятися з самими собою. Я думаю, чоловік все-таки не создан для насилия, и он получает травму от этого насилия, кем бы он ни был. Просто справляться с этой травмой я научился тем, что я просто делаю это на трезвую голову. Mm-hmm. Мне не нужно пить антидепрессанты или алкоголь, чтобы почувствовать себя лучше. Ну, я практически с 14 лет на войне, и это, наверное, практика какая-то, которую получает подсознание. И приучается быть таким, какой ты есть. Плохой ты или хороший, ты должен справляться с этим без вспомогательных веществ. Так. И я думаю, спорт в этом тоже помогает. Да, спорт помогает, потому что это разгрузка своего рода, и она помогает чувствовать свое тело. И люди в лучшей физической форме лучше справляются и со стрессами, конечно. Що ви пам'ятаєте з дитинства? Ну, дело в тому, що я немного з цього помню, і тому відображаю своє дитинство, мабуть. Мені дуже часто сниться школа чомусь. Навіть от по сей день я бачу школу з дітьми, тому що у мене не було того моменту, коли ты заканчиваешь школу. И вот такое, и у меня подсознательно это осталось в каком-то негативе. И это мне часто снится, кстати. С детства я помню то, что я рос на военной базе у своего отца. Сказать, что у меня было особо яркое детство, нет. Но, наверное, это заслуга моего отца, что он приучил меня быть таким. И он мне говорил, что человеческий организм – это механизм, который можно использовать во благо кому-то или просто его, не хочу говорить это слово, просто его не использовать во благо. Профукать. Да. То есть он стареет в любом случае, и как любую другую вещь ты можешь
ей воспользоваться для того, чтобы кому-то было лучше, или не воспользоваться. И практически я всю свое детство провел на военной базе. С 12 лет я жил на военной базе, в 14 я уже пошел на войну против России. В 14 я попал в плен, и в 15 у меня исполнилось практически в плену. И многое я из детства, наверное, не помню. Може, коли захочеться зробити собі якусь майстерню, в якій будуть картини? Може бути, да, мені понадобиться, мабуть, більше часу на самореабілітацію, і я нарисую більше цікаво. Типу, як пенсія, але не через старість, а просто тому, що хочеться відпочити. Ні, я думаю, поки ти чувствуєш, що ти в состоянии кому-то помочь, ты не имеешь права просто это не делать. Это то же самое, что игнорировать утопающего. И я знаю, что я еще могу многое сделать и исправить. Так что, когда ты не можешь, ты лежишь в постели. Угу. И не можешь встать. Бывает таки? Нет. Ну, пока не было, слава богу, до сих пор. А не стоит, что когда уже не можешь встать, то это уже, ну, до этого краще не доводить? Краще ловити цей стан десь в процесі? Ні. Ні? Ні, ти должен використовувати весь свій потенціал. Якщо ти должен лежати потім какое-то время, ти должен бути готовий к этому. А чим ви малюєте? Я даже термінологію не особо розбираюся. Це масло. Масляні краски. Да, они мне, я не знаю, дуже нравятся. Я не знаю, ими рисуют или уже есть какие-то новые технологии. Да нет, малюют. Да? Это классик. А, я их начал покупать после того, как я начал рисовать этими лаком для ногтей. Угу. Я подумал, что есть и другие методы для рисования. Ну да. Вот, и в первую очередь, что мне порекомендовали, это масляные краски. Угу. До речи, как вы выбираете холст по размеру? Это тоже подсознательно происходит. Мне просто хочется сделать что-то большое или маленькое. И просто его выбираю так. А как вы решили делать суперкольоровую абстракцию, как я бачила, чи типу трошки більш сіру, яка зараз у вас там стоит? Я же говорю, это подсознательное, вот само собой происходит. То есть я хочу видеть что-то яркое или, может быть, что-то темное. И начинаю что-то темное делать. Угу. И подсознательно через несколько дней догадываюсь, что что-то оно слишком темное для меня. Угу. И потом начинаю переделывать. Люди со зброей. Да, классика наших времен. Ну, для меня это не контраст, потому что я никогда не жил обычной жизнью, скажем так, кроме момента, когда я учился. Я учился в Париже, я учился в Турции, и это были моменты, когда у меня было более общение с людьми, которые не имеют отношения к войне. Еще я заметил, что, будучи ребенком, у меня друзья были намного старше, вплоть до 60 лет. И позже, вот сейчас, скажем, у меня появляются друзья, которые намного младше. И это тоже своего рода контраст для меня, потому что мне хотелось, будучи молодым или маленьким, я не знаю, общаться с людьми, которые знают больше меня. И потом захотелось общаться с людьми, которые, я не хочу сказать, что они глупее меня, а просто у них меньше опыта жизни. И некоторых людей просто опыт жизни портит. Они становятся злыми. Да, злыми. И я это начал понимать, что многие люди, которые были вместе со мной на войне, я имею в виду в 90-х годах, они начинали становиться злее. И мне это не нравилось. Вот. А дивитесь фильмы? Да. Какие? В основном фантастику. Я не люблю смотреть какие-то драмы, я не люблю смотреть... А какие любовные фильмы? Мстители, конечно.
Я не люблю смотреть повседневную жизнь в телевизоре. Ну, мы и так можно побачить. Да, то есть драмы, как кто-то удушит, я не знаю, кого-то. И вот это все не для меня, потому что я это не серьезно воспринимал. Я могу это увидеть каждый день, так что... Я не люблю смотреть военные фильмы, скажем. Единственный такой полувоенный фильм, который мне нравится, это «Запах женщины» с Аль Пачино. Ну, там... Там больше поствоенный. И поствоенный, и просто что-то такое, как чего нету в других фильмах. И мне не нравятся какие-то боевики или что-то там такое. Но фантастику я всегда смотрю. Когда у меня есть возможность, я иду в кино. Я даже могу один ходить в кино. Но только на фантастические фильмы. Какие остальные фильмы бачила в кино? Последний это был «Флэш». Последний. Ну, такое. Ну, бывало краще. Да, ну, не очень. Ну, я именно хожу вот на такое. Подобаются супергеройские фильмы? Ну, да. Какие любимые супергерои? Ну, вообще, вот это момент сопротивления хорошего и плохого. Наверное, подсознание что-то такое. Угу. Еще мне нравится то, что не может в реальной жизни произойти. Это меня переключает просто тоже... в другую реальность. Планы на творчество какие-то дали? Это все приходит само. Угу. Мне хочется что-то сделать, я это делал. Я люблю чувствовать себя свободным, понимаешь? И если захочет мое подсознание что-то нарисовать для себя, угу. то оно нарисует. Не имеет значения, где это будет. То есть я могу... сидеть под землей и это делать. То есть для меня не имеет никакого значения ни свет, ни то, что я вижу. Это суета, которая просто у тебя в голове, и ты просто их переносишь. А где самого зазвичай малюют? В разных местах. Я никогда не... У меня нету места, где я это делаю. Ну, то есть в каждом месте, где я бываю, бывает, я себе делаю место, где я могу себе нарисовать. И фарбу с собой носит? Да. Просто закрытый багажник? Да, у меня всегда с собой. Угу. Знаешь, у меня все свое, потом я говорю, я живу в основном в машине, то есть все, что мне нужно для жизни, оно у меня в машине лежит. Угу. Мне не нужно куда-то зачем-то идти. У вас є взагалі яскраві речі, які ви можете носити, чи ви в основному входите в камуфляж? У меня в основном просто военная одежда с собой. Тобто цивільного одягу немає? Кстати, нету. Я пытался себе что-то купить, но так и не понял, что я могу себе купить реально. Потусовался там по магазину, блин, думаю. Я просто не понял, уже забыл, как это выбрать. И просто забыл эту идею. А бывает бажання вдягтися в щось яскраве? Я просто по собі знаю, я ношу чорну, але при цьому я малюю дуже яскраві картинки. Угу. Але я не можу вдягати кольорові речі, бо вони мені дуже дратують. Бо весь колір я залишаю в творчості. І це дуже часто можна побачити по художникам, по людям, які займаються творчістю, що вони всі свої емоції яскраві і все кольорове залишають на картинах. А я для не думав життя, об этом. Для життя залишають щось типу, дуже-дуже нейтральне. Мне нравится, когда люди одеты в разные цвета. Меня это не раздражает, наоборот, это приносит какое-то удовольствие. Мне не нравится, когда люди однотонны, потому что мне постоянно это приходится видеть. У всех одинаковая форма, скажем. Я это всю жизнь вижу. В Грузии, кстати, провели эксперимент. Очень многие люди используют черный цвет. Это доминирует в Грузии. Вот когда ты едешь в Грузию, тебе попадаются темные цвета. Вот. И один из американских институтов провел эксперимент, почему это происходит. Это из-за войн, потому что Грузия практически за всю свою историю каждые 10 лет проходила через войну. С империями, ну, практически абсолютно со всеми. Тобто це певний траур, який да, відкладає на нації? Так, це психологічно, ну, матері одягали чорний цвіт, коли вмирав
муж или сын или кто-то. И это настолько вошло в психологию, что начали носить темные тона. Вот так это объяснили. Как вы ставитесь до черного кольору? Я не очень его люблю, это темный цвет. Меня он даже раздражает, я не люблю черные цвета, потому что... Пойду перевдягнусь. Люди должны, понимаешь, быть не однотонными. Mm-hmm. Цвета приносит удовольствие. Ну, для глаза. Дякую вам за розмову. Дякую.